Дружить с физкультурой и спортом исключительно полезно для людей любого возраста и физического состояния. Убедиться в этом смогли все участники малых паралимпийских игр, которые прошли в спорткомплексе «Лидер». Дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 10 до 13 лет из городского и 5 сельских поселений Славянского района прибыли в спортивный комплекс, чтобы участвовать в этих престижных соревнованиях. На торжественном открытии юных спортсменов приветствовал начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа, который пожелал всем новых спортивных побед. Эти соревнования уже стали традиционными и много значат для ребят и их родителей. Помимо того, что они узнают о видах спорта для себя новых, они также еще и общаются. Приезжают родители, они видят, что дети могут себя реализовать где-то, несмотря на свои ограниченные возможности. Участники малых паралимпийских игр смогли продемонстрировать силу и ловкость в таких состязаниях, как жонглирование теннисным мячом и ракеткой, дартс и футбольный снайпер, где нужно было метко отправить мяч в ворота. Паралимпийский спорт сейчас хорошо развивается в нашей стране и на Кубани, и очень важно, чтобы ребята начинали заниматься еще в детстве. В Краснодарском крае особое внимание. Практически все объекты подходят для посещения инвалидами. Поэтому развивается, но начинать надо, конечно, с малого. С детей, потом уже взрослые. Взрослые уже участвуют у нас в соревнованиях и в краевых, и в российских, международных. После подведения итогов соревнований призеры и победители были награждены медалями и грамотами. Но самое главное, что ребята почувствовали уверенность в своих силах и испытали яркие положительные эмоции. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».